В Москве подвели промежуточные итоги работы жилищного проекта, который позволяет его участникам приобретать квартиры почти в два раза дешевле ипотеки. Это стало возможным, когда строители, финансисты и вкладчики решились на кооперацию. Подробнее наш корреспондент Юлия Степина. Спикеры с мировыми именами, видные политики и звезды шоу-бизнеса. Четвертый международный конгресс холдинга Life is Good в концертном зале России в Лужниках объединил сотни человек, сотрудников и клиентов компании. Флагманское направление работы холдинга – жилищная кооперация. Кооператив The Best Way уже помог сотням семей приобрести жилье в два раза дешевле ипотеки. Наш проект действительно является социально значимым. Это признано депутатами Государственной Думы, это признано властями. Мы действительно помогаем людям. Мы действительно помогли очень многим семьям. Люди счастливы, люди довольны. У нас нет ни одного недовольного клиента. Покупка квартиры через вступление в жилищный кооператив The Best Way – это один из самых доступных и безопасных способов приобретения жилья в собственность. Именно поэтому он получил одобрение и поддержку властей. Объемы кооператива, объемы квартир, которые достаются членам кооператива из года в год растут, это говорит, что они на правильном пути, и это есть нечто альтернативное существующим методам обеспечения доступным жильем граждан Российской Федерации. Еще один проект компании – образование в сфере бизнеса и финансовой грамотности. Гостем конгресса стал лектор с мировым именем, автор бестселлеров о языке тела Алан Пис. Он уже несколько лет является официальным партнером холдинга. Алан прочитал лекцию о том, как выйти за рамки стереотипного мышления и начать воплощать свои мечты в жизнь. Юлия Степина, Виктор Мальцев, ТВ-центр, Москва.